Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП ТВ. 8 мая – День памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. В понедельник погода будет облачной с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Ночью температура от 0 до плюс 2 и от 13 до 15 градусов тепла днем. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч в эфире!